Приветствую вас, мои родные любимые, сердце моему дорогие братцы, сестры Христе. Ну что, почитаем сегодня с вами комментарии на канале Христолюб Лайф. Так, Владимир, спаси Христос и тебя, дорогой. Надежда грыля Тут классики, сердечки аплодисменты. Так, Роман Гашков. Так, Елена Скрынник, ролик у гости. Ролик супер, Димка, радует за тебя душа. Общение с близкими, поверь, что может быть лучше в этой земной жизни. Ну да, общение, поверь. Это... Да нет, вы знаете, общение с, люб... с любыми людьми, кто просто близок к тебе, да, поверь, ну, я бы слово вера, да, тоже хорошо, конечно. Но для меня вера это вера в любовь, это жизнь, в радости. Что такое плоды дух, вы знаете? Любовь, радость, мир, благо, кротость. Вот все это, в принципе, радость можно разделять со всеми, друзья. Те, могут ты какие-то мирские, как их называют люди, и с ними быть хорошо, да, так что это. Бог просвещает всякого человека. Ну, конечно, со своими, да, есть. Есть такое. Дима, ты бабушке Надежда пишет. Ты бабушке своей проповедовал. Она, наверное, рада за тебя. Ну, о своей бабушке я промолчу. Я только, знаете, скажу, вот мы живем, живем. Нам 10, 20, 30, 40 лет, 50 лет, 60 лет. Я же вот, вот меня спрашивают, да, проповедуешь там кому-нибудь на улице или вот знаком? Ну да, проповедую. Ну и что? И они все православные, они все христиане. Спрашиваешь, а Евангелие читали? Ну я помню, ну я да, ну как, я знакома. Начинаешь, причем люди нормальные, ко мне там нормально, адекватно относящиеся. Ну, ну как, если ты, ну а что делал Иисус, как ходил? Я начинаю какие-то вопросы, ну знаете, просто человек, чтобы он понял, что он ничего не знает. И что я понимаю, что эти люди никогда не читали Евангелие. Даже если они говорят, им просто стыдно признаться, что они христиане, православные, и там, допустим, что у нас в России, конечно, ну, протестант еще, конечно, да, не хотя бы Евангелие, в принципе, он не протестант, если он не знает Евангелие. Они считают, Православные вообще его никогда в жизни не читали. Они не знают, кто такой Иисус Христос. Это факт. Это факт всем. Спорить с этим бесполезно. Ну, 5% в городе вы найдете людей, ходящих в храм. И то, это люди в храм ходят. А вот так спросить на улице, ты православный? В своем окружении. Он, конечно, скажет, да, я православный. Скажешь, а Иисус, Евангелие можешь? Ну, хоть своими словами, хоть вот оно в два часа укладывается. Можешь его пересказать за пять минут? Ну, вкратце, как он, что было? Иоанн Креститель там вышел на проповедь, да, предтечи. Иисус вышел, крестился в пустыне, 40 дней пробыл, вышел, проповедовал, исцелял больных, воскрешал мертвых, свое новое учение всем провозглашал, фарисеи, книжники, то есть эти люди, которые отвечают за духовность народа, да, иерархи были против, он с ними, естественно, в споры вступал, когда они уже положили его убить, вот, он проповедовал любовь и свободу, ну вот они его распяли, предали Понтию и Пилату, потому что сами не могли его осудить. Он его, так скажем, осудил и под, под давлением, да, и его распяли. Но он на третий день воскрес, как было написано во всем Ветхом Завете, и что являлся всем ученикам, вот, людям разным, и что вознесся, обещал вернуться обратно. Ну так можно рассказать. Это скажет сразу, человек знает Евангелие, нет, ну, читал хоть когда -нибудь. Это же история, обычная история ну, не человеческой жизни, а о жизни Бога на земле. Если ты читал Евангелие, ты сможешь так пересказать. Ну, вы помните, как в школе по литературе, ну, что обманывать учителей? Встаешь, читал, ну, рассказывай. И ты ничего, бей, ме, ты не читал просто, не летом эти там сказки, повести, рассказы. Конечно, и вот я сейчас не хочу о своей бабушке говорить, но я думаю, имеющий уши, да услышит и все поймет. Вот мы так живем, нам 60, 70, 80, 90, 100. мы православные, мы христиане, мы никогда Евангелие не читали, мы учения его не знаем, к чему он призывал, заповедь какую одну он оставил после себя, да? Вот. Так что мы кричим во все горло Христос воскресе и не верим в бессмертие даже собственной души. Ладно, ты там в Христово воскресенье, то ли веришь, то ли не веришь. Я таких во перевидал. И они все вас окружают. Поспрашивайте вокруг себя. Поэтому о своей бабушке я промолчу, что я говорил, что я делал. Моей бабушке 95 лет. Вот. Она в здравом уме, но, естественно, у нее уже физическое состояние. Сами понимаете, какое. Вот. Поэтому я ничего не хочу говорить. А так смысл, я думаю, вы понимаете, да. Вот у нас пока есть время в жизни, мы я говорю, два часа. И вы знаете, сколько я пытался вот с такими, так скажем, православными, ни разу не читающими Евангелие, сесть сказать, хочешь, я тебе сам буду читать. Просто слушай. Сколько ты хочешь слушать? Я знаете, как говорил, как это в этом в мультике про эту золотую антилопу. Как скажешь довольный, я остановлюсь. Я могу целиком его прочесть. Я говорю, два часа. У тебя есть два часа? Я тебя сейчас целиком прочту. Без комментариев, чтобы это не было дольше. По марку там меньше двух часов можно быстро читать. Ну, медленно, два часа. Я говорю, скажешь. Я просто заранее все это рассказываю человеку, ты, чтобы он знал. Я говорю, хочешь, есть тебе два часа, сейчас прочтем. Это же, вот я коротко рассказал, но это я в пять, в три минуты, во сколько, за сколько я там сказал. Я говорю, ну, давай хотя бы послушаешь. Давайте я вам говорю, вы не умеете, не любите, не хотите. Давай, я приду, почитаю, мне не жалко. Вы думаете, хоть одному человеку мне удалось прочесть целиком? Нет. Начинал я многим. Никто не может дослушать. И не то, что там, ну что-то прерывают, допустим, нас, понятно, суета житейская, забота, обольщение мира. Хорошо. На следующий день, думаете, он просил этого человека? Нет. Все. Как отпадал после одного раза. Никто не хочет это слышать. Вот Такие. Вот это мой опыт. Я говорю, у вас другой, может быть. У меня опыт такой. Я ни с кем тоже не спорить не хочу. У вас опыт другой. Я знаю, что есть и православные, знающие Евангелие. Молодые, есть и взрослые. да. С этими я как бы тоже не спорю. Согласен, я их знаю, я встречал, общался. Вот. Правда, зачастую люди потом еще говорю, хуже сатаны становятся. Как Господь сказал, ищите, обойти вокруг весь мир. И, дел... и находите таких, и, оболь... и делайте их вдвое худшим себе. Вот. Но, конечно, не знать это тоже немного лучше. И вот так мы доживаем, вы знаете, а потом мы уже 70, 80, 90, 100 лет кого мы уже не видим, мы уже не слышим, мы уже устаем, нам уже ничего не надо, а потом уже, что потом? А потом поздно уже. Теперь уже до встречи, как говорится, в следующей жизни. Так что вот так вот. Надеюсь, я так ответил, так скажем. Вот. Так, про гостей Александр пишет. Думаю, это разница. Думаю, есть разница. 10 или сто будут бить. А я бы рискнул. А ты, Дим, толерантный, думаю, выйдет все. Если выгонит хоть один раз об истине, за если выгонит хоть один раз об истине засвидетельствуешь, я вас прошу, мои родные, любимые, Старайтесь писать грамотно, там, запятые ставить, чтобы хоть я как-то разделял предложение. Вы знаете, казнить нельзя помиловать. Это не шутки, как царь в указе напишет. Казнить нельзя помиловать. Или казнить нельзя помиловать. Это очень важно, да. Пишите, пожалуйста, грамотно. Вот. Саш, ты тоже не обижайся. Ну, я говорю, хотя бы ставьте, ставьте запятые. Хоть как-то предложение -то надо разделять. Вот. Я пробовал у себя. Не били, но больше никуда не пускают. И в сетях заблокировали. Единицы общаются, и то не на религиозные темы. На нерелигиозные темы. Ну, можно и не. Ну, не на, не помню, правильно. Ну, ладно. Я уж тоже умничаю. Так, что тут у нас? Ну, по поводу Саша там говорил, это то что пишешь 10 или 100, думаю, нет разницы. Я же там говорил, я-то не про, я вообще ничего не боюсь. И там, ну, кто меня будет бить? На меня обычно люди никогда, ну, были попытки кидаться, обычно это плохо для них заканчивалось. Но это был дом его покаяния. Сейчас я, конечно, другой, но я вот сколько замечал по жизни. Меня вообще в жизни боятся. Вот. Поэтому вряд ли кто-то меня там бросится, конечно, бить. Но действительно, у меня, кстати, вот такого как такого... Нет, я общался, я был в некоторых собраниях, и я, знаете, общался за столом. Я не знаю, есть ли смысл вообще вот этих кафедральных проповедей. Если тебя будут слушать, вы знаете, в принципе кафедра нужна. Вот Иисус же, мы же знаем, он поднимался на гору, в лодку садился, отплывал, чтобы просто было больше акустика, чтобы было хоть чуть-чуть подальше от народа, чтобы он был выше, там, допустим, народа. Вы знаете, как раз, кто не знает, поинтересуйтесь, как распространяется звук, звуковые волны. Конечно, если тебя окружает толпа, а как мы его видим, Господь проповедовал тысячным толпам, пяти там тысячным, семи тысячным толпе, да, это только мужчин там был, вы помните, при насыщении хлебов мы это узнаем то, конечно, как такой толпе? если тебе люди так окружат, все твои звуковые волны, весь твой голос в них погаснет. В первых двух рядах он точно уже, и никто там уже ничего не услышит. Конечно, если с этой целью, если так большое собрание, много людей, тут чисто природой так задумано, что человек, который говорит, должен быть как бы выше. Это факт. Но вы знаете, если собрание маленькое, то в принципе я не вижу особой нужды в кафедре, как это говорят, в какой-то. Да, если это собрание, я был там 10 человек, причем не домашние вроде, а вроде как отдельный дом, там вот собирались 15 человек, то я не вижу там особого смысла, да. Вот. Хотя, вы знаете, может быть и есть в этом смысл. Можно так делать. Я хоть и подшучиваю, что там у баптистов у них там вот так голову надо задирать, они там такую кафедру сделают. Вот. Я говорю, достаточно, что человек будет просто вот на голову выше, то есть голову всех остальных, а уж тем более, если все сидят, если все сидят, вообще никакого возвышения не надо. Достаточно, что говорящий вот оратор будет стоять. Это все. Все остальные в пополам. Не... Это уже, вот это уже понты. Это ничего не дает. Я говорю, посмотрите на, кто знает, вот баптистские собрания. В интернете наверняка есть и фотки, и видео. Они же там кафедру делают. Я говорю, у них ноги, как у меня голова. То есть там здоровенные лестницы такие, знаете, он там. Я считаю, это какое-то уже действительно возношение, что ли, я не знаю. Вот. И причем, а все остальные-то сидят скамеечные. То есть я в этом как бы с особого смысла не вижу. Вот. Если кто-то говорит достаточно, или уж там небольшого порожка, чтобы он встал Потому что кто-то, может быть, стоит или когда-то, я не знаю, и тот именно. Если это разговор, тогда все остальные должны сидеть, действительно Чем стоять-то ноги? Вы же не в православных храмах, где на всю службу стоять и даже проповедь стоит слушать вот. Действительно, я считаю, нормальное собрание, где люди сидят вот. И если кто-то действительно говорит какую-то мысль, вот такую, типа проповедь В принципе, это нормально Дать человеку высказаться, монолог, позволить монолог, в принципе, это нормально. Есть время монологом, есть диалогом, в принципе, это нормально. Можно у кого есть желание дать время на монологе, и потом спокойно уже поговорить. Каждый выскажется, у каждого есть возможность не перебивать. Но опять же, вы знаете, это тогда проще сидеть и в кругу, за круглым столом, идеальный вариант вообще, знаете, все друг друга видят. Вот, что-то такого вот сделать, не зря вы э, прекрасно знаете, я думаю, вы, телевизор все мы кое-как смотрим, там в новостях вот эти, да, какие-нибудь большие правительственные собрания, типа там ОБСЕ, всякие вот эти, он, и там же круглые залы, круглые столы. И это здорово, и тогда не надо никому возвышаться, просто достаточно будет, что если все будут молчать и действительно дать время каждому сказать, вот. тогда не обязательно кому-то выходить к этой там кафедре или еще чего-то, да. Вот. И, и я говорю, если вы какое-то место из Писания или на какую тему разговариваете, можно устроить и живой разговор, а можно сделать и такой. Потому что при живом мог действительно перебивать, не выдерживать. Если такой небольшой правильность установить, что давайте полчаса, ну, сколько людей и сколько желающих спикеровать, говорить. да, Шесть человек, допустим, руку поднимают. Все, по пять минут, шесть на пять, тридцать. Пожалуйста, каждый сказал чтобы он был уверен, что его да, не перебьют, он действительно выскажет любую свою мысль, пусть самую еретичную. А уж потом можно и идеологии поговорить. Во-первых, люди высказали, четко свою мысль сформулировали, все знают не так, что его перебивают или коверкуют, или не дают договорить. Все. Все действительно поняли, что он хотел донести. А дальше уже, может, и другие люди вступят в диалог. Когда будут диалоги, это уже беседы свободные. Будут что-то обсуждать, и там уже, конечно, могут те, кто не умеет или как бы ярко, коротко выражать свои мысли, они уже будут все равно спорить или что-то говорить. Но уже как бы он там не говорил, он имеет право, да. Вот, поэтому. И я вот, конечно, немного был. Я бы, да, я с радостью говорю, что я бы поездил, посмотрел, пообщался. Ну, опять же, вот я говорю, я бы в свой дом пустил бы в принципе каждого. Я говорю, если человек обязуется себя адекватно вести спокойно всех уважай, говорить и раз это все-таки мой дом, я бы его прям в свой дом пустил. Я считаю неправильно вот эти придумали какие-то с... государственные вот эти собрания, так скажем, такие никому не принадлежащие в частности здания. Это неправильно. Вы помните первая церковь, первые ученики Иисуса и сам Иисус и учениками собирались у кого-то в доме. Никак ни одного храма, он ни одного дома молитвы Иисус не построил и не заповедовал строить. И это очень важно. Жаль, что мы об этом не задумываемся. Иисус не просто так этого не делал. Ученики собирались по домам, у кого-то в доме. И, и, и хозяин не и какой-то пастырь великий, все нерушимый, раз ему руку на голову положили, и потом эту руку не снимешь с него, все, он рукоположенный, будьте любезны, целуйте мне туфлю. Нет. А вот действительно, даже в этом собрании хозяином был просто тот, это могла быть, может быть, какая-то вдова, да, неполная семья, где одна мать или один отец. Пожалуйста, я говорю, это может быть даже женщина уже, а не обязательно пастырь, это вот мужчина. Нет, приняла в дом. Вы помните, как того же самого Павла принимали далеко не мужчины. Вы помните тот случай, где там его приняла очень богатая женщина, торгующая багреницами, это вот философскими этими одеждами, такими самыми богатыми, элитными. И она приняла, уговорила их. И в этом доме они жили, грелись, питались и проповедовали. В доме богатой женщины, которая дала им вот это. Сама уверовала, сама крестилась. И не просто потом отпустила их с миром. А свой дом, вот так скажем, отдала на временное служение. Но из него тоже ни храм, ничего не делали. Ни дом молитвы. Павел тут пока живет, проповедует. Пожалуйста, она говорит, будь моим гостем. Вот. И это здорово. И я говорю, условия условие простое. Так как у человека имеет право в своем доме все что угодно. И когда он тебе все-таки, ты его можешь действительно не устроить. Он тебе покажет пальцем на дверь. Ты спокойно встанешь и выйдешь. И я бы вот точно так же. Мне как покажут, я встану. Все скажут, иди, иди. И я встану, иду. Конечно, я что буду разбираться, спорить, что мой дом нет. Вот. Но, к сожалению, людей таких мало. А, все, он еретик, не будем даже разговаривать. Нет, ну со мной тоже, конечно, разговор отдельный. Я говорю, люди могут мои проповеди посмотреть, мои ролики, мою жизнь, все. У них уже, в принципе, есть, да. Они имеют право заранее меня не пустить. Вот так вот. Бить там 10-100, я говорю, вряд ли меня кто-то будет. Вот, если будет, я этого не боюсь. Вот, по поводу толерантности, то, ну, да, в это слово разное, что вкладывают. Да дело не в толерантности, дело в том, что я проповедую и верю сам, исповедую, живу в любви к человеку. Ну, если их что-то другое устраивает, они по-другому фетишируют. Я говорю, те же самые православные, я лично ты их не тычу никогда, я встречаюсь, мне все равно, что человек делает. Пусть хоть лбом об стену бьется, если ему это нравится, вот. Но саму, сам этот бред я, конечно же, осуждаю. Сам не живу, сам этого остерегаюсь. И другим из любви советую. Так что, вот так вот. Поэтому, а моя, это не толерантность. Это моя любовь к человеку. Потому что вот Саша написал, что значит с моей толерантностью. К чему? К людям, к учениям. Нет, к учениям я, кстати, не толерантен. Вот именно. Я сам во что исповедую, во что верю, то и другим. Считаю, что это счастье. Этим счастьем... Делюсь, как стать счастливым. Вот ты благодаря этому станешь счастливым, веря в бессмер... при приняв бессмертие своей души, э начав любить окружающих, ты действительно станешь счастливым. Вот и все. Избери ты, свободен. Избери ты и сам стань счастливым. Вот что я проповедую. К другим учениям, я не толерантен. Вот, я их жестко от себя отстраняю. И говорю, другим жестко точно так же не советую к ним хоть как-то пред. А к людям я не толерантный, я их люблю. Вот. Именно поэтому я оставляю его наедине со своим выбором. Он вот так хочет жить, пусть так живет. Так, Марина Леонидовна, кролика мототухах. Молодец. Господь любит честность и простоту. Вот я насмеялась, молодец. Человек должен быть приятной личностью и в одежде, и в общении. Мы пытаемся судить, а сами не имеем любви. Любовь не судит, на то она и любовь, согласен. Еще один комментарий. Только Господь судья для всех. Не мы были на Голгофе, не мы грехи мира несли, и не нам судить друг друга. Так Иисус говорит, честность, вот что важно в свидетельстве. Спасибо, брат. Да по поводу вот этого всего внешнего, я говорю, в частности, татуировок, сережек, колец, одежды, манеры поведения, ходьбы там, я не знаю, вот это, что выдают за этику или как-то там умение вести себя в обществе, культуру даже. Я вот вам ролик покажу. Я шел вчера, что-то не стал камеру включать. У нас в центре тоже хороший газон, шикарный. Фонтан отремонтировали, все сделали. Я хотел показать. Вы думаете, у нас сидит хоть один человек на газоне, лежит, как в Петербурге? Нет. Ты что, ты сядешь, тебя под локотки сразу заберут. Скажешь, пьяный. А разденешься, о, ботинки даже снимешь, как я там в Питере. А там все лежали, загорали. И вы знаете, я сразу скучал по Питеру. Я люблю Воронеж, но это что-то среднее между быдло деревней и суперкультурной столицей. Вот. Только надо от все лучшее брать. А мы что? У нас претензии, да, на столицу, а по сути деревни. Вот так и это. Какая разница? Это кто придумал эти критерии? Вот эти красоты и там, то же самое. Ну, мне одна нравится девушка, одна не нравится. Я даже не утверждаю теперь, раньше я тоже думал, вот. Ну, я слово, конечно, говорю, она красивая. Но она красивая для меня, для другого другая красивая. Я, я не могу сказать, что та уродина, мне. Меня... Раньше-то особо, ну, раньше я мог, потому что человеком был плохим, такие вещи говорить, а, дура, а, уродина. Сейчас, если такого не позволяю, более того, вот им я так и не, Я и раньше не думал, знаете, вот, то есть ты просто раньше словами мог кидаться так. Сейчас, конечно, если такого не позволяю, почему, опять же, естественно, потому что я люблю человека. Вот. И даже если человек просто... Я употребляю такое слово, не в моем вкусе. Я не ел долгое время, в детстве, в юности, там, бананы, помидоры, персики. Теперь я ими объедаюсь просто с удовольствием. Вот так слюни текут, я персики обожаю, бананы, э, ананасы там. Тогда я есть не мог их. Меня от многих вещей тошнило физически. Кукурузу я там не ел, помидоры не ел долгое время. Сейчас я все это просто с большим-большим удовольствием лопаю, да. Вот. Это же дело вкуса Это же не значит, что помидор был плохим А я хорошим Ну не было у меня к нему вкуса меня от него было плохо даже Для меня помидор был плох Но не в общем Другие съели с радостью Как и я теперь Почему-то повзрослев Или что-то изменилось в организме Перестроился, Как говорится, вкусы поменялись Реально так И теперь тебе этот вкус Просто кайф и радость Доставляет удовольствие Так что это все, конечно, караул Когда люди такими мерками меряют, это настолько невысоко и настолько еще, для... это возраст души, если он вообще там, ну она зародилась, конечно, она есть, но это вот такое вот ее развитие. Так, Викуля пишет, кролик о любви ближнему, слава Господу. За все спасибо всем, за любовь и свет. Да, всем, кто отзывается, всегда на помощь, всем мой низкий поклон, крепкие объятия. Елена Перепеча пишет к ролику о, Питере, о Петергофе. У, та, и, у такие же чувства восторга не было. Не больше преувеличено. Ну, про Петергоф согласен. Чего там? Ничего тоже у меня так это все. Мы платили 450. Так и я помню, 450 за Петергоф заплатил. Или я уж не помню. Я тогда сказал в ролике, я уж не помню, какой цифр. Может, и не это назвал. Так, Виктор, правда, кролик во лже православия с протестантизмом. Пишет Иоанна 15.5. Я я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода. И вы без меня не можете делать ничего. Как так? А где же сам? Сам, сам. Братанчик, извини, что не религиозным языком общаюсь, но ты, блин, красавелла. Все и все говно, а ты не. Ты красава. Я не говорил, что все, особенно если человек вот, слушает меня, не понимает. Я никогда не говорю, что люди плохие. И даже когда я говорю православный, как масса, это то же самое, что Иисус говорил, вы фарисеи. И говорил. Но ну, он лично не тыкал человеку. но говорил. Вы говорит, да. Фарисеи, книжники. Сушу и море обходите дабы кого обратить в свое лжеучение, обходя, делать его сыном гиеном вдвое худшим себя. Я делаю по примеру моего Господа. Вот и все. Моего учителя. Может, не его. Вот. Мне задали вопрос, правда, к ролику о Петербурге, о Музее истории и религии. Мне задали вопрос, каре Фри пишет мне. Мне задали вопрос староверы. Не могу на него ответить. Пожалуйста, помогите. Вот их письмо. Так, ну мы, наверное, это вряд ли будем сегодня читать. Ну или ладно, не знаю, может, почитаем, что давайте. Оно почему-то растянулось у меня так. Мы староверы, уже нацатое поколение, и ищем что-либо христианское у православных нововеров РПЦ и нашли христианского полный ноль. Пожалуйста, найдите хоть что-либо христианское в РПЦ. Честно скажу, ведь здравый христианский мир искали и не нашли ничего в РПЦ христианского. Общепризнано одно РПЦ – РПЦ – это стопроцентная языческая религия. Ну тут я согласен. Еретики и секты, отклонившиеся от католицизма в 1054 году, которых на сегодня всего 1%. Это в сравнении с 30% христианами от всего населения планеты. «Откройте 27 книг преданий апостольских и сами проверьте, если не верите». «Я не прошу вас защищать РПЦ. Прошу одно – найдите хоть что-нибудь в РПЦ, что не подпадает под апостольскую анафему». К галатам, ну и приводит все места из Писания. Так, это ломает хребет любой ереси. Так, завещеваем же вам, христиане, братья. Так, ну это все. Очень жаль, что за последние 15 лет на интернете так никто не нашел ничего христианского в РПЦ. Ни Кураев, ни Осипов, Ткачев или другие православные плагеты. Ни даже Игла Лапкин. Грустно, что РПЦ не христиане и продолжают раскол. Да раскол, не раскол, а староверы, не раскольники, да точно такие же раскольники. Я говорю, я поэтому на эту тему, если честно, особо... И я не пойму, кому человек это, он скопировал какое-то письмо или это ко мне обращение. Уж это точно не по адресу, чтобы я искал что-нибудь в РПЦ христианского. Там нет ничего христианского. Христианское ⁇ это свободное учение. Мы с вами Евангелие, второй, Новый Завет, Второй Круг пошли читать на Христолюбие. К чему учил Иисус? Разве он вот этому всему учил? Нет. Зачем надо было вообще прибавлять к этому что-то? Кто их просил? Апостолов тех же самых, учеников, потом, апостолов. Я уже их учениками Иисуса до конца назвать не могу. Так что это уж не ко мне, там в РПЦ что-то христианское искать. Вот. То, что у них есть перевод синодальный всей Библии, у них, у всех других, ну, есть. Проповедуют они, ну, может, что-то проповедуют. То, что они эти книги кому-то раздают, там, продают, ну, это хорошо. В самом учении, а их не учение, они рассматривают только критерии истины через призму э, общего мнения святых отцов на Евангелии. Хотя чего там отцов надо смотреть, если Иисус сказал заповедь любить друг друга. Там все написано, как любить. Накорми врага своего, напои врага своего, не злослови, благослови. Там, там для детей все написано. Там не надо быть супер-пупер святым. Там все по-русски. Иисус сказал, я вам все сказал, что делать и как поступать. И пример вам дал. Я три года ходил по земле. В Евангелии все это достаточно написано. Чего там еще надо? Прибавлять было и убавлять. Он создавал, что ли, все эти культы, все эти одежды, песенки слагал. Нет. Вот. Все это можно выкинуть на помойку, даже не думая. Вот так. И ничего не потеря, боль того приобретя в этой жизни очень много. Вот. Потому что это такая груда, куча ненужного всего на тебе, с которой ты даже двигаться не можешь. Тебя ей завалили. Это ни шага не влево, ты ничего не видишь, ничего не слышишь. Куча преданий тебе навалили. Все это предание старца. Абсолютно. Истину там разгрести, найти в РПЦ, католиках или протестантах. Если он что иголку в стоге сена искать. Вот добраться до этой простоты, за которую меня многие благодарили, что им это все-таки открылось. Которая есть в любви, свободе и бессмертии. Все. Живи и так. Будь благочестивым и довольным. И ничего тебе больше не надо. Это и есть жизнь по Евангелию. Жизнь в истине во Христе. Все. Свобода во Христе. Вот. Поэтому что там искать? Это все надо выкинуть просто. Это как раковая опухоль на земле, все эти культы, религии. Их надо просто говорю, сжечь, все эти храмы, все эти книги. И ничего мы не потеряем. Живой жизнью жить. И Евангелие друг другу способны быть передавать. Так. Крукенский, Крукенский. Кролику опять учение, православие, протестантизм. Булка – это Бог, я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет толкать, а верующий в меня не будет жаждать никогда. Любое слово – это Бог. Даже больше все сущее. Даже каннибализм. Все это от, от Бога. Потому что без него ничто не начало быть. И что начало быть? Вы думаете, Бог добренький дяденька? Я сомневаюсь. Ну, а я нет. Бог не просто добренький дяденька. Бог есть любовь. А то, что, простите, у вас каннибализм, от Бога, ну это тоже не ко мне. Вот мне жалко, что вы проповедуете такое чудное в кавычках учение о каннибализме от Бога и что Бог это недобренький дяденька. Так, а, ну эти комментарии я тогда зачитывал, вы помните, я же ролик писал, отчет. Я пропущу тогда. Андрей писал по поводу церкви, чем она должна заниматься. Так, так, так. Ну, Это я в том ролике. Ой, не туда влепил. Так, Викуля лепишь Спасибо, Дима, за ролик. Пусть всем Господь поможет. Поможем, чем сможем. Дай Бог всем здоровья, исцеления души и тела. Согласен. Спасибо за любовь к ближнему, свете. Спасибо вам за вашу любовь, и за свет. Спасибо Господу за тебя, что не проходишь мимо нужды. Храни Господь. И вас всем, и вам всем спасибо. Спасибо, брать, курить тебя, Господь. И тебя, Викуля. Так, Саша Ерохина. А в Питере белой ночью. Ночью светло. Но только определенное время месяц, по-моему. Ну да, там определенные дни. В Питере зимой холодно. И зимой он в основном белый, а не зеленый. Минус 20 зимой в Питере, как минус 40 в Сибири. Ну, такое может быть, да. Так. Вот это у меня такое ощущение все время, что я почему-то читал. Как, почему не стоят мои лайки, я понять не могу. Ну, ладно. Юн, Юнна Березина пишет. Я случайно скачила на видео Евгения прослушала несколько последних. Я, конечно, никакой не волкодав, и вообще нам, женщинам, служить запрещено. Я же, по-моему, читал вот это. Почему у меня почему-то пропадают эти лайки? Непонятно. А, так я и не поставил, наверное, ничего. А, правильно, я под этими роликами ничего не поставил просто. Вот и все. Все, я понял. Все, на этом все тогда. Мы все почитали на лайве. Не так много комментариев на Христолюбие, еще меньше. Ну, полчаса хорошо, не уморитесь. Ну все, всех люблю, целую, обнимаю. Всем спасибо. Всем за все спасибо за всю вашу любовь. Вот. Пишите ваши комментарии всегда к роликам. Мне интересно читать ваши мысли, размышления. Я говорю, только будьте любви никого не унижайте, не поносите, не злословьте. Просто выражайте свои мысли. Я вот даже от того, что я с кем-то не согласен. Я говорю, относитесь к этому проще. Вот. Вы что-то пишете, я не согласен. Со многими я даже знакомы, вот видите, и мы общались, и по скайпу, может, и общаемся. Ну, я все равно могу в комментариях сказать, что я вот это вот не принимаю. Но мы спокойно общаемся. Это и есть любовь. Все, всех целую, обнимаю. Пока-пока.